Так. О, припеваючи. Оу-оу-оу-оу. Еще себя размах. Ну, прям серьезно. Так. И вот. Вот теперь давайте основное. Яркие краски картофеля. Почему у картофеля так много красок? Ярких. Потому что вулкан рядом, оттуда и вот эти вот эмоции. Вулкан, конечно, потухший, но энергия не осталась. Кстати, по информации одного ученого, Карадаг — это самый древний потухший вулкан в мире. Да, Влад? Да. Вот теперь солнце. Цвет солнца, хорошего настроения. Цвет лета. Ну, лето пишет, собственно говоря, лето вокруг. Слушайте. Ну, здесь, если включить фантазию, там можно найти все, что угодно. Так. Еще чуть-чуть. И... Тут покажем... О-о-о-о-о! Шедевр! Ничего себе! Вот. Кстати, приятная новость. После представления...